С ростом цен на металлолом повышается количество фактов хищения изделий из металла. Многие владельцы оставляют ценные предметы под открытым небом, а порой так поступают целые организации. Недавно из-за такой безответственности пострадал представитель одной из фирм на улице Титова в Саранске. 4 мая он заметил на своей территории двоих неизвестных, которые пытались вынести металлический швеллер. Мужчина позвонил в полицию. Немедленно уехав на место, нами были обнаружены двое мужчин, которые были схожи по приметам. Данные граждане были задержаны и доставлены в ОП-4 город Саранск для дальнейшего разбирательства. 32-летние горожане, ранее судимые, один за кражу, второй за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, признались полицейским, что похищенный швеллер они хотели сдать в пункт приема металла, а деньги потратить на личные нужды. В 4-м отделе полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу». Анастасия Семушева, программа «Происшествия».